Hello, guys, с вами AKK, мать его. И сегодня я решил попробовать записать трек Рокета «Инкассатор» и сделать его в новом звучании. Конкретно сегодня я решил попробовать этот трек переделать в New Jazz type track, you know what I'm saying. New Jazz вообще сейчас очень популярная тема. Сейчас его делает Lunchboxik, Amir Prod, Toxis, короче, всякие чувачки там интересные. Вот, сегодня я, короче, заебланю чего-нибудь на микрофон Rode NT USB. Компьютер, кстати, Supreme. За операторской стойкой Виктор, мой оператор, но он в кадре не будет показываться, уйди отсюда. Как тут сегодня? Сзади у нас чивки вхуярит. Что нам надо сделать для начала? Для начала любого трека надо сделать бит. Что ж, мы приступим к написанию бита. Там катаются автобусы, все это слышно, но не переживайте, мне похуй. Для начала любой бит начинается с кика. Берем вот такой вот кик. Кик. Уже слышен этот жесткий new jazz, уже прям пипец. Возьмем вот такой вот клэп. Есть клэпы, имеются клэпы уже, пошло. Надо подобрать, соответственно, подходящий снейр, потому что без снейра никакого new jazz не существует, вообще не существовало. Вот этот мне нравится, он такой типа в стиле Lil Jon Get Low, you know? Пиздец, это просто разъёб. Трэвис Скотт, хватит писать мне в Инстаграм. Требел, это обязательно. А знаете что? Это какая-то полная ебанина. Я не умею писать биты, поэтому я отпишу своему кенту Викид Диору. Подписывайтесь на его Инстаграм, ссылка в описании. Заходим к Викид Диору в телегу, собственно. Ой, где я еще? Почему я в переписке с Хориблом еще? Хорибл, салют. Салют всем моим чувакам из LA, из не LA. Всем, короче, привет. Мама, я тебя люблю. Йоу! Имба. Кстати, сегодня спонсором этого видеоролика является напиток Garage. Очень вкусная тема. Похоже... Что ты делаешь? Похоже на лин немножко, но нет, это гараж хардкор со вкусом вишни. 6% алкоголя, не употребляйте алкоголь и не курите фиты. Кстати, это тоже сегодняшний спонсор. Биток жесткий, короче, я буду его использовать. Он прям идеально впишется в концепцию, что я хотел сегодня передать. А так, берем биток. Куда я его выкинул? Я потерял бит. У меня тут столько файлов, это просто невозможно, я не знаю, что мне делать. У меня тут какой-то бардачок. Простите меня, пожалуйста, извините меня. Собственно, нажимаем Detect Tempo, чтобы понять, какой BPM будет в треке. У нас 112 BPM на этом бите, что прекрасно. Потом мы должны зайти на сайт Keyfinder, чтобы правильно определить ноту для автотюна, потому что в любом New Jazz треке используется автотюн. Типа, без тюна это было бы, типа, ну, отвратительно. Скоро увидите, насколько это будет ужасно, типа, звучать. Я... включу и без обработки, и с обработкой, короче. Все сегодня будет показано. Кстати, маечка Supreme у меня приобрел у Романа Бородина за 86 евро. Неплохой бартер, правда, произошел. О, окно закрылось, what the fuck? Вот бы вернуться в то время, когда все, типа, торговались камнями, то есть хочешь купить две лошади, просто даешь сколько-то камушек, и у тебя лошадь есть, а сейчас какие-то бумажки используются, ну, типа, недалеко ушли, да? Ненавижу капитализм. Поэтому биты я обычно ворую, я Диору не скидываю никакие деньги за то, что он скидывает мне биты. Ну, ничего страшного, я думаю, он не в обиде, типа... Так, собственно, C, диез, минор у нас тональность. Только что FL-ка вылетела, я не понял, почему это произошло, но... Мы продолжаем, собственно... Делать меня ничего не остановит. Ничего. Собственно, что мы имеем? Берем Samsung. Старый Samsung какой-то, или это новый? Новый? Да, ты покажи бэбру. Да, вот тут есть такие вот документы. Мы не из Польши, но почему-то тут что-то на польском, хуй знает. Всем полякам салют. Помните, как было в 39-м? У Рокета начинается трек со слов «Go-go, эй!» Они не могут уловить этот мой флоу. Сука, в инсте хочет стать моей хо-хо. Но я думаю, что мы это опустим. И
Начнем сразу с припева, потому что все New Jazz треки да, достаточно короткие, что у Lunchbox, что у Taxis'а. Такси, типа, you know. Вот. Что тогда? Мы начнем, да, с припева, запись. Автотюн я поставил сразу на канал с вокалом. Голос надо обязательно делать такой, знаете, прям, ну, максимально европейский, то есть очень высокий, такой пидорский. Слышал? Кто-то ходит. И кто это? Мне очень страшно сейчас стало. Хруст кости. А прикиньте, дом упадет. Итак, приступим. Блять, куда я нажал, пиздец? Меня устроили на работу куда-то, блядь, на Камчатку. Сейчас, все, начинаем запись трека. Че он такой громкий? Мне надо чуть поменять USB-шки, сейчас я это организую. Ай, инопланетяне! Мемолет на зубах руда. Собственно, ставим Retin Speed на полную. Уменьшаем глотку на 2%, на 2 балла. Ну тут типа есть такой, такая крутилка, называется throat. Это же глотка, правильно? Это глотка, да? Throat! Собственно, вот мы и записали типа припев. Звучит это просто отвратительно. Я уже пьяный, я выпил гараж, но мы перейдем к сведению. Надо убедиться, что все абсолютно наши дорожки переведены на пятый канал. Ну, я использую пятый канал, можете использовать какой угодно, любой другой канал. Начинаем сводить. Первое, что надо нам для сведения, чтобы звучало в стиле Drake, Frank Ocean, Мистер Лололошка, Type Beat. Мы должны использовать Soundgoodizer. Soundgoodizer — это лучший плагин для сведения. Я выбрал какую-то другую штуку на букву S. Радиатор, нормально, кидаем. Четвертый Soundgoodizer. 15-й Soundgoodizer мы тоже кидаем. О, бай. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику скажу сам. Ладно, это была шутка. Повелись. Гудайзер, да, он будет, но только один. Я чуть переборщил, у меня гараж дает по голове хорошо. Витя, когда куришь мне, дай, пожалуйста. Для сатурации я использую, конечно же, фабфильтр Сатурн. Это не реклама, ни в коем случае, но я его использую. Использую предмет Magic Magic. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику схожу с ума, похоже на азарт, но... Выделяем второй канал, чтобы использовать там стереорасширение для реверба, для... Дилея. Можете писать в комментах, что ты дебил, ты неправильно это все делаешь. Надо вообще-то на главный канал кидать, а не на сайт. Но я вам скажу так. Отсосите мои яйца. Мне ухо чешется. Итак, кидаем дилей, чтобы у нас был такой... Поняли? Поняли мою мыслью? Так, убираем кат, волюм убираем тоже, ставим пинг-понг. Да заебали мы там, блядь, на своем мотоцикле, нахуй! Так, дилей, реверб. Нет, я вместо реверба использую конвольвер, потому что его главный презент, как только открываете конвольвер, там есть отличная реверберация. Отличная реверберация, собственно, и поэтому вот я использую его просто на мейн-презете. Собственно, сайт канала у нас готов. Кидаем Volcano на главный канал нашего вокала. Ну, чтоб прикольно было. На Enhance My Synth BM. BMW. Ненавижу. Лучше Lexus, а лучше Hyundai Solaris. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю стабы, попадаю в чарт. Пролетаю мэп, они встали на старт. Взрываешь корсар, я взрываю костер. Используем фрути параметры, убираем всякие низкие частоты. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику схожу с ума. Убираем чуть вверха, чуть-чуть совсем. Вот в этом вот эквалайзере. Да, в нижнем FL студиевском. Оператор, не спать! Кидаем флангер. Флангер, потому что дает нам приколоча такого интересного. И ставим его чуть-чуть поменьше, чем он есть на самом деле. Вы что-то поняли? Кидаем лимитер, чтобы у нас все было на одной громкости, типа так вот. А не вот так вот. Чтобы вот без этого было, короче. Использую дефолт презент. Я имею валюту на зубах руда. Я фармацевтику схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю стабы, попадаю в чарт. Пролетаю мэп, они встали на старт. Взрываешь корсет.
косарь, я взрываю косарь. Эти деньги на мне называем косатор. Эти деньги на мне называем косатор. Уже хорошо звучит. Добавим компрессии, чтобы это было скомпоновано. Все, я использую Fruity компрессор, потому что, ну зачем мне юзать что-то там другое, какие-то суфы там, хуюты, бля. Просто typical FL Studio компрессор. На вот такой предмет Fast Master. Все делается быстро, четко, блядь, извиняюсь. Простите меня. Я имею валюту на зубах руда. Я информацию всех схожу с ума. Кидаем D-Acer, чтобы у нас не было никаких там этих вот. Вот этих вот, чтоб не было, да? Я имею валюту на зубах руда. Я информацию всех схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чарт. Пролетаю веб, они встали на старт. Взрываешь корсарь, я взрываю косарь. Эти деньги на мне называем косарь. Эти деньги на мне называем косарь. Имею валюту на зубах руда. Я информацию всех схожу с ума. Вы спросите, почему звучит как будто не очень? Дальше будет мастеринг. Сейчас я записываю куплетик, бэки, покажу, что я кину на бэки, и там уже тогда, собственно... Там до сих пор кивки херачат. Йоу, кстати, может мне посидеть в моем зип-худи? Типа, так будет даже по-рэперски больше, не? Ща. О, вообще приколыч. Сейчас так и буду записывать. Пишем Г. Снизу вверх, хотя все буквы пишутся вроде сверху вниз, хотя хуй знает, или справа налево. Я вообще араб, кстати. Слышали мой трек «Шейх Мухаммед бин Рашид»? О, мага! Oh, ну что ж, приступим к записи куплета. Только какого, первое или второе? Я буду писать только один куплет, потому что, как я уже говорил, нью-джаз должен быть быстрый, резкий, звонкий, сочный, все должно быть хорошо. Мне похуй на твой альбом. Окей, окей. Мне похуй на твой альбом. Эти деньги на мне называем косатор. Мне похуй на твой альбом. Я скручил сдал тилобон. Этот рэп рок похож на батон. Слегка посиял и съебался вон. Вот такой вот поломанный флоучик такой. Нормально, нормально будет. Сейчас там на канал ставлю, там дерьмо, прикиньте, блядь. Эти деньги... Мне похуй на твой альбом. Я кручу дантилабон. Этот рэперок похож на фотон. Слегка посиял и съебался вон. Это полное дерьмо. Полная залупа. Мне не нравится. Мне не нравится. I don't like that. Kanye West, stop DMing me. Please stop. Stop writing me in Instagram. Знаешь, почему в Латвии Россию называют... Кребия. В разных странах Русленд, ну или по-другому там Russia, а у нас Кребия, потому что возле территории Латвии жили балтские народы кребичи. Это были ближайшие соседи, и так вот пошло оттуда. Так у нас же Кент есть Эдвин Скривинч, получается. Кривичи. Кривичи, бля, ёпт. Креви. Охренеть. Урок истории от оператора. Виктор, это только в Латвии там. Сильно-сильно. Записал куплет, припев скопировал, собственно, вот сюда, вот, и, что, что, и. Сейчас будем писать бэки, so, let's go, бэки должны быть максимально такие, знаете, в стиле Yeet, Hyper Trap, Hyper Mac, Hyper Pop, Pop Punk, Post Punk, Psy, Gangnam Style, I'm Sexy and I Know It, Champagne Showers, все, приступаем. Я имею валюту на зубах руда. Я информацию всех схожу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чарт. Это веб, они встали на старт. И дальше, собственно, скопируем просто бэки и все готово. That's how it works. Мне так плохо стало, я пойду отдохну, блять. Это пиздец, мне так хуё. Витя, поставь на паузу, пожалуйста. Собственно, что, как мы обрабатываем наши бэки? Мы делаем нормалайз, чтобы они были погромче. Нажимаем track. А чё не мелоди? Так, и, кстати, у меня есть I6-1 glasses, сейчас покажу. This is how will look I6-1 if he would be opium member. Я просто беру файл save mixture track state и кидаю на семерочку. Сюда же мы кидаем сразу реверб на главный канал наших бэков, потому что реверб должен быть с бэками. И... Ставлю чуть больше флангера, соответственно. Лимитером делаю тише звук. Чтоб бэки были тише, чем... Ну, вы поняли. Ой, простите. И дилей кидаю. Дилей будет у нас чуть побыстрее. Он будет такой, типа... После этого добавляем
Восьмой канал тоже, чтобы было все-таки чуть погромче. Убираем дилей отсюда нахуй, он тут больше не нужен. Кинем стереорасширитель, энхансер на главный канал. Чтоб они были вот так вот в ушах где-то тут. И уже на восьмерочку мы кинем дилей тогда. Быстрый такой же вот. Вот. Я все это обрежу, все вздохи, писки, оры. Добавлю приколюх, короче, и, собственно, финалочку можете оценить. Тут снипак или в SoundCloud я загружу уже готовую версию. Сейчас все по-бырому сделаю и, да, приколюхи всякие продемонстрирую сейчас. Виктор! Доброе утро! Кошки, собаки, что, блядь? Что тут Витя смотрит? Порнография, зоофилия? Получилось не совсем то, что я ожидал, но... это по факту текст к треку Rocket Incassator на New Just a Beat. Поэтому, ну, а чё хотеть, чё хотеть? Копируем, значит, наши бэки. Я это делаю таким вот интересным способом. Не повторяйте так, делайте по-своему. Если есть какие-то предпочтения в том, как копировать бэки на припев... пишите свои домыслы мне в DM, я обязательно все прочитаю. Но, Дрейк, хватит отсылать мне рилсы. Кстати, у меня очень интересная, собственно, это вот закрывашка. Смотрите, я вот так вот делаю, да? Оп. И... вот, да. Чтобы заряжалось, то у меня, короче, крышка отпрыгивает, короче, чтобы заряжался айкос внутри кейса. Я использую специальную резиночку, вот такую. Короче, для второго припева я сделаю второй вокал. Я сам пропевать не буду, потому что я устал, заебался, хочу спать, как Виктор Зейла, блядь. Спасибо моему оператору, что он уснул, блядь. Короче. Убираем все ненужное нам. Отключаем. Оставляем только нужный парт. Соответственно, переходим, выключаем нашу запись голоса. Заходим в Edison. Отличный плагин для записи звука любого. Там можно пердёж даже записать, если хотите. Вот, и записываем, собственно. Я имею валюту на зубах рода. Я информацию всеку схожу с ума, похоже на зад. Если вы вдруг спросите, почему я пишу без звукоизоляции, без аудиокарты, я вам отвечу, что, блядь, чуваки, у меня... лям, блядь, на SoundCloud, нахера? Вот, типа, что, если бы я писал с аудиокарты, у меня было бы 2 миллиона прослушек или что, типа? Собственно, вот готовый тречок. Короче, я только сейчас понял, что, оказывается, у меня был максимально тихий голос, но я это вывезу уже на монтаже, я его там подредактирую как-то, да? Клики, это пиздец! Filmora Wondershare, короче, она долбанула мне, чтобы были слышны клик-клики. Каждый клик мышки был слышен. Но ничего страшного, я думаю, что вы не обидитесь на эту херню, собственно, вот. Ну, я так думаю. В общем, полный трек можете послушать в SoundCloud. В моем SoundCloud оставлю ссылочку в описании, как ссылку и на Вики Диоры, и на оператора, и на всех-всех-всех, на Supreme, на Айкос, всех, кто участвовал в записи данного видеоролика. Вот, кстати, не говорите, что я украл этот формат у Травма, у... кто там еще делал? У Янг Льва, кстати, у Моргенштерн. Нет, я все сам придумал. Мне... я ни у кого не крал эту идею. И если вам зайдет подобный формат, то в следующем выпуске я постараюсь сделать это намного качественней, намного интересней, смешнее. В общем, ставьте ваши лайки, пишите комментарии. Всем пока! Sand Squad, AKK, Real Gang... Деньги на мне называй косарь. Я имею валюту на зубах руда. Я информацию всех ускажу с ума. Похоже на азарт, но мне так наплевать. Делаю степы, попадаю в чарт. Пролетаю веб, они встали на старт. Взрываешь косарь, я взрываю косарь. Эти деньги на мне называй косарь. Эти деньги на мне называй косарь.